ты ему тогда титьку дай. А, ты молока нету, у тебя же щенков еще нету. Так. Ну что такое? Побежал все. Федька, 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 Федька. Федя, 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 Федя. Дядя Федор. Дядя Федор. Федя. Ты чего тут не кормишь котенка? Чего котенка не кормишь? От Федька, от Федька. Федя, 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 Федя. Auf Wiedersehen. Это ходит тут что-нибудь на вагу выпрашивать. На ваге хочешь? Да? Процесс обучения пошел. Там у нас играет Холя. Я тебя учишь его? Учи, учи давай. Учи. Жизнь у нас сейчас интересная. Сейчас война кончится, только жить начнется. Начинается. Вообще хорошо все будет. С хвостом играет. Ну, какие. Что-то слышал вчера, Зеленский перекурил. Что-то помер, говорят. Ну, это если он помер, говорят, то это уже 8-й раз, говорят. Там такие дороги длинные, говорят, у него, что это белые дороги, что там вообще не выживают. А у меня кошки. Это свое тут что-то. Свое тут что-то. Котенок это что-то думает тут. Так, Куся. Опа, опа. А, это она двигательный аппарат свой. Приводит в порядок, что-то растягивает суставчики и все. Ага. И котенка свою учит. Ну, все, все. Опа. Да, вот такое длинное видео. Ну, короче говоря, котенок вот этот котенок очень такой интересный. Кошка у него, как получается, маленький домовенок. И вот этому тоже гены домовитости передались. Будет котенок очень такой, да. Такой эффектный. Крысолов. Ну, коты они, как крысоловы, они ленивые все. Ну, таскать будет однозначно. У меня уже всех крыс перетаскали, поэтому ему тут работы нету особо. Вот. А в зоомагазине, говорят, крыс. Этих крысок не продавали, чтобы кошки охотились. Ну и не будем зачем. Найдут кого-нибудь. Птичек пойдет ловить, еще кого-нибудь. Ну, я думаю, может быть, кому-нибудь тут он понравится. Ну, где ты, Кося? Все. Процесс, процесс. Так, ладно, надо продолжать заниматься дачными делами. Всем добра, здоровья. Вот, кошки, кошки, это наше все.